крупный торговый центр, друзья мои, в Ургане. Сенза Молл. Заморозка различная. Что это? Шашлыки готовые. Сосиски для... Готовые блюда можно взять. Вкусная тематика, как говорит Лада Леонидовна. Очень вкусные. Посмотрите, какие торты. А что это такое? Халва? Пахлава за килограмм, да? А здесь почем клубника? Смотрите, друзья мои, выбор огромный. Можете купить уже готовые наборы, а можете взвесить все, что душе вашей угодно. А вот посмотри, какой перец красивый. Сказка. Вот кабачки, посмотри. Перчага, лайм. Не знаю, что это. На редис на наш похож. Свит потейто, сладкий картофель. Ну, патата, да. Редис. Вон зеленуха, смотри. Улетевшие тоже тут наши магниты. Макрель. Hello. Hello. Можно я готов?
самое интересное, друзья мои, рыба есть копченая. Посмотрите, сказка. А пива нет. Просто жесть какая-то. Безалкогольное все есть. Это просто какое-то убийство, друзья мои. Если вы захотите в такую жару выпить пиво, то в Египте вы просто его не найдете. Ну, растительное масло зато найдете в большом ассортименте. Мясной ряд. Готовы уже шашлыки, берите просто их жарьте. Фарш, пожалуйста. 126 лир. Отбивные. Вот это что такое? Красивый такой. Что это такое? Сырок? Мне кажется, похоже на крабовые палочки. Упакованное, да, красиво? Да, краб. Крабовое мясо? Вау! Вот это вот палчонки. Убить можно такое. Такие габариты я уже давно не видел, друзья мои. Смотрите. Да. Шикарная при том. Сыров. Ой, а здесь что? Ой, селедка наша. Салатики. Друзья мои, отдельная песня. Посмотрите. Смотрите. Просто пир. Да? Готовое, смотри, все набираешь, взвешиваешь. Ну, надо полагать. Как в любом торговом центре, здесь есть все. Кроме пива, да. Даже футболки. Женские необходимые вещи, пижамы. Вот, пожалуйста. Застегни, посмотрим. Страшная. Но это элька. Это жизнь моя. В Египте не найти тушенки, друзья мои. Зато маслины, оливки, кукуруза, смотри.
рыбных консерв. Лимонная водичка, добавляете, и у вас получается лимонный напиток. Вот майонез, смотри, Хайнц. Различная сладкая тематика, кексики, рулетики, шоколадосы, киткаты, смотрите, нутелла, да, все что угодно. Даже телевизоры есть, друзья мои. Стиральные машинки, телевизоры, холодосы, чайники. Друзья мои, вот будете, если с бодуна болеть, только вот этим можно будет похмелиться. Вот 70% алкоголь, все, взяли, похмелились, здесь харам, все, ни алкоголя, ничего нету, табу. А, крема какие есть? Смотрите.